О. С кем, Ника, с тобой? Тут не видно. Чуть темно. Сроки света, потому что. Я Сафи дали, он видео снимает. Вот, нет, там до второго. Кстати, я, ну, сфоткай. Давай, 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 давай. Сумма, давай. Пассажиры, прилетающие в Москву, рейсом 12.33. Сядь нормально, убери эту котлету. Пассажиры, прилетающие в Москву, рейсом 12.33. Аэропорт Шереметьево. Ты куда ты отдвинул? Смотри, что ты? Давай, давай, все, я снимаю. Не улыбайся лучше. Нет, давай. Сохрани, запишем. Ника, сохрани. Как же победная песня? Победную песню записали после... Выключи, пожалуйста, Кадыр Николаевич. Никас. Пожалуйста, я тебя прошу. Ну, пожалуйста. И давай поговорим за жизнь, убери. Давай. Ребята, Москва, выходит. Москва, выходит. Вновь нас в Москве встречает известный прогнозист Анатолий Мартынов. Анатолий, я не знаю, как удается угадывать все время счет нашего матча. Тем не менее, как мы завтра сыграем с Спартаком? Только победа, только Уфа. 2-1, а счет какой? 2-1 в пользу Уфа. Спасибо, Анатолий. Всегда за столь радужный прогноз. Через несколько минут выезжаем на матч с московским «Спартаком». С соперником для уфимцев традиционно удобным. Цветочки это. Раздеваночка тут, конечно, немного побольше, чем в Белгороде. Разминочный зал. Интересно, что все последние матчи мы играли уже новыми мячами, а у Спартака... Не нарушают регламент. Все еще... Старые, ну, относительно старые. Дай денег, это твой, возьмем чай и все. Да нет, зачем это? Ну, к администратору каких-то подойди, заберем чай. А что, нет чая больше? Что нам нет? Мы готовимся к разогреву перед матчем «Спартак» Уфа. В программе разогрев или? Нет, на поле разогрев. Вот за нами идет Андрей Батютин и Николай Афанасьевич Сафрамиди. Душа команды. Греческая ракета. Душа не знаю, что ж. Душа команды и другой орган. Правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, у нас в команде сразу три спартаковца. Перескоков, тренер по вратарям, Зубарев и Кротов. Но дольше всех в «Спартаке» находился, наверное, все-таки Перескоков. 5 лет тренером. Без малого 5. Без малого 5. Даже, по-моему, дважды за медали цеплялся. Серебряный призер. Первый раз нас перейдел Рубин, второй ЦСКА. Юрий Валентинович, вот такой вопрос. Когда, если ты помнишь, мы обыграли их 2-1, сидели на тех скамейках. Да. Потом на следующий матч они нам поменяли скамеечки. Но мы сыграли, да? Здесь да, сыграли в ничью. Сейчас будет ли смена скамеек? То есть, ты знаешь, Спартак изнутри, насколько это все-таки клуб, который верит в различные приметы? Я знаю изнутри футбольный клуб Уфа. Спартак, он не по барабану сейчас. Это мой... Сейчас соперник сегодня, в первую очередь. И... Ну, то есть нам без разницы, какие скамейки. Пускай они там шаманят, как хотят, нам все равно. Как вы помните, наш стадион «Нефтяник» исполнен в красно-белых тонах. И сдан он гораздо раньше, чем открытие арены. И, естественно, увидев, как красиво смотрится вот это сочетание красного и белого, строители открытия арены решили скопировать вот эту цветовую гамму. И получилось совсем неплохо. Совсем неплохо. А это два к
каштанчика, который я привез из Белгорода. Посмотрим, насколько сегодня они окажутся фартовыми. ПТС мы можем писать, нет? ПТС. У нас все записано. Что сейчас вот звукоинженер сказал, что мы не писали интервью. А как, дадите отмашку, когда мы запишем, сможем писать его. Пойдем? Это не моя игра. Эксклюзивное видео. Совершенно эксклюзивное. Михаил Масаковский готовится к эфиру. Сейчас он будет рассказывать на Матч ТВ о Уфе. А ты на радио тоже в гриме? Да. Иван, ты мне кажется, спишь в гриме, поэтому кто бы говорил. Я уже постарел, что все время в гриме. Мне приходится снимать. Тёма, давай. Ручку до конца отожми на фар, я посмотрю. Давай. Интересно, что у нас команда на разминке отрабатывает игру головой. Судя по всему, готовимся, что Спартак будет играть навесами. Получился довольно закрытый с вашей стороны первый тайм. Очень осторожный, и в какой-то степени все это напоминало то, что мы увидели на поле стадиона Локомотива. Хорош, Гарри. Забивай такие, ладно? Лучше. Победа, Николай! Серёг, как ты говорил, Спартаку? Нет, ну Спартаку мы не можем проиграть, Николай. А я... Поздравляю! Ха, молодцы! Наши фанаты традиционно встречают после матча. Ну как вам игра? Кого отметите? Унёва. Чему Унёва? Вытаскивал просто реально ничего. Потай молодец, забил. Аза спасал там тоже по флангу. Молодец, Гасеев. Отыграла вся команда просто. Отыграли не на 100, но 210. Возвращаясь домой, вот идем по аэропорту и видим фотографию Барселоны. И все время думаем, к чему это, к чему? Никос, к чему тут барселонские баннеры, скажи, пожалуйста. Скоро будешь обыгрывать Барселону. Правильно, Никос. Вместе проходить и будешь говорить. Молодец, Никос. Истину глаголь. Молодец. Счастливый ты человек. Ну как ты это делаешь, Никас? Я не знаю. Скоро Месси подъедет.